Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня мы снова с Евгением Федоровым, бамнакским бардом, поэтом, композитором, моим другом. И он исполнит песни, но он сам представит эти песни. У него есть совершенно новые, есть уже постарше. Давай, Женя, с чего начнем? Здравствуйте, дорогие зрители канала «Таежная обитель». Мне бы хотелось представить вам песню в памяти, память о моем друге Абрамове Станиславе. Очень многие его знали, тем более в поселке Бамнак, в Зейском районе. Это был очень хороший, светлый человек. И я каждый день вспоминаю о нем с любовью и добротой. И написал для него. Да, написал для него песню. 18 числа будет 2 года, как его с нами нет. 18 октября будет 2 года, как его не стало. Я его точно так же знаю. Он учился с моим сыном. С пацанят, с маленьких, с рождения. Поэтому тоже вот охота в память о нем. Вот эту Женину песню. Они еще и родственники близкие. И друзья были. Поэтому песня написана, конечно, от души. Давай, Женя. Ушел навсегда, а я здесь на земле, словно все не всерьез, словно сам себе лгу. С черной лентой стоит твой портрет на столе, мне бы взять и принять. Только я не могу. Как я мог позабыть, что случается смерть? Как я мог не ценить, что ты рядом со мной? Поглотила тебя ненасытная твердь, я остался один, на один с тишиной. Лучше длинную жизнь разделить на двоих, лучше все досказать, чтоб потом не жалеть. Голос твой в моем сердце еще не затих. Жить еще без тебя не решаюсь посметь. Как я мог позабыть, что случается смерть? Как я мог не ценить, что ты рядом со мной? Поглотила тебя ненасытная твердь, я остался один, на один с тишиной. Над могилой твоей пусть сияет звезда, пусть на ней по весне расцветают цветы. Я прощаться, увы, не умел никогда, потому и со мной не прощаешься ты. Как я мог позабыть, что случается смерть? Как я мог не ценить, что ты рядом со мной? Поглотила тебя ненасытная.
черная твердь. Я остался один на один с тишиной. Как же было легко в этом мире с тобой. Ты был больше, чем друг для меня на земле. За тебя бы без страха я кинулся в бой. С черной лентой стоит твой портрет на столе. Спасибо, Женя. Царство небесное Вячеславу Николаевичу. Да, и спасибо. Пока мы его помним, да. Он с нами. Поэтому вот такие вот моменты надо, конечно, сейчас не только мы вспомнили, покажем 18-го это видео, и вспомнят бамбакские, потому что его там действительно многие любили по-настоящему. Он был общественный, он любил людей, старался для людей. И не какой-то волк-одиночка, как некоторые есть, хапают под себя, а человек такой, души открытой, мог сам помочь, и ему помогали. Еще раз, Царство Небесное. Спасибо, Женя. Да, Царствие Небесное, спасибо вашему каналу, дядь Коль, конечно.